Мамочный день. И сегодня исторические события, исторические новости. И круиз, бонусы, менеджерская программа, директорская. Мне очень хочется уже рассказать о своей структуре. И как-то вот не все укладывается в голове. Не могу понять, что зачем выстроить. Ну, согласен, очень много изменений. И очень много серьезных, больших изменений. Так, давайте, может быть, немножко я просуммирую главные изменения в новом плане мечты компании Oriflame. Во-первых, объемная скидка Oriflame был 21%, становится 22%. Директорский бонус Oriflame был 14%, стал отличным 5%. И золотой бонус, который был 1%, стал 2%. Так вот эти три изменения, это как бы самые важные изменения в новом плане успеха компании Oriflame. Ну, мне кажется, что в принципе немножко сложно ориентироваться на вот это 21, на 22, и 4, на 5. Мне кажется, хочется посмотреть, как на самом деле все эти нововведения повлияют на доход директора. Да? Согласны со мной? Согласны? Конечно, хочется. Давайте, может быть, посмотрим, какой средний доход директоров разных уровней получается до наводения и после. Давайте, да. Давайте тогда смотрим, давайте приглашаем и продолжаем наше шоу возможностей Oriflame. Внимание! Звание директора. Средний годовой доход на сегодняшний день 60 тысяч гривен. И давайте посмотрим тогда, какой формул получается после нововведения. Готовы? Готовы? Да. Дамы и господа. Средний годовой доход после внедрения бизнес-инициатив 78 тысяч гривен. Звание золотой директор. Средний годовой доход на сегодняшний день 120 тысяч гривен. Средний годовой доход после внедрения бизнес-инициатив. Готовы? 180 тысяч гривен. Давай, средний годовой доход после внедрения бизнес-инициатив 252 тысячи гривен. Звание сапфировый директор. Средний годовой доход на сегодняшний день 240 тысяч гривен. Средний годовой доход после внедрения бизнес-инициатив. Окей, готовы посмотрим. Средний годовой доход на сегодняшний день 360 тысяч гривен. Средний годовой доход после внедрения бизнес-инициатив 504 тысячи гривен. Вау! Огромное увеличение! Где-то на 35-40% увеличение дохода директоров. Это Виталий, как вам нравится? Впечатляет.